Дорогие друзья, от всей души я хочу поздравить вас с Новым годом и Рождеством. Я знаю, что этот год был действительно сложный для каждого из вас. Каждый прошел через какие-то трудности в этом году, какие-то свои препятствия. Мне кажется, что для каждого человека этот год был непростым. У каждого из вас были свои трудности, свои задачи, свои цели. Это все понятно, но каждый боролся с чем-то своим. Для кого-то этот год был супер успешным, удачливым, принес много радостных событий, а для кого-то он был действительно тяжелым, трудным. Но несмотря на все это, я думаю, что каждому есть за что поблагодарить этот год. Ведь он принес нам столько опыта, столько возможностей, столько теплых, приятных моментов. Я думаю, что сейчас, провожая этот год, самое время приложить руку к сердцу и от души поблагодарить за все то, что произошло с вами в 2021 году. Ведь благодарность, как известно, это благодатная почва для всего хорошего, для чего-то нового, позитивного, светлого. Ведь мы все в этом так сильно нуждаемся. Так почему бы действительно не применить это сейчас, не испытать это чувство благодарности, отпустить все старое и шагнуть в новый 2022 год? Мне кажется, что сейчас тот идеальный момент для того, чтобы каждый из нас закрыл свою какую-то определенную главу в жизни и распахнул свой взгляд, распахнул свою душу, распахнул свое сердце для того, чтобы увидеть что-то новое, чтобы загадать то самое, самое желанное, самое долгожданное, самое смелое свое желание и отпустить его во Вселенную. Мне кажется, что опыт каждого из нас в этом году, он уникален. И не стоит его сравнивать с каким-либо еще опытом, потому что мы все индивидуальны, у нас у каждого свой путь, и у нас у каждого свои цели, свои задачи, свои какие-то радости, и свое видение, свой взгляд. И самое главное сейчас поблагодарить от души за то, что было, и впустить то, что будет. Но я думаю, что каждый из вас с этим согласится, что там, где много эмоций, и хороших, и плохих, там кроется огромный потенциал для роста. И благодаря этому опыту мы меняемся. Этот год был наполнен разными эмоциями, и плохими, и хорошими. Но как бы то ни было, хорошего всегда больше, и от этого надо отталкиваться. Надо поблагодарить этот год за все, за каждый момент. Ведь каждая негативная ситуация делает нас сильнее и мудрее. Если бы было все только спокойно и хорошо, мы не могли бы развиваться и расти. Если мы, к примеру, посмотрим на кардиограмму биения сердца человека, то мы увидим, что она идет то вверх, то вниз. И точно так же и наша жизнь, она состоит из взлетов и падений. В этом ее прелесть, это действительно поистине прекрасный ход жизни. Если бы эта линия была ровной, то это означало бы то, что нам больше некуда стремиться. Поэтому каждую сложную ситуацию надо принимать с благодарностью и благодарить за этот опыт. Спасибо тебе, 2021 год, ты был действительно очень классный. Ты с заботой и пониманием преподносил свои уроки. Ты сделал нас сильнее, мудрее, умнее. Мы тебе за это очень благодарны. Мы теперь более стойкие, более терпеливые. Мы научились ценить то, что раньше мы воспринимали как данность. Благодаря тебе мы научились извлекать положительные моменты из любой сложившейся ситуации. В новом году я вам желаю настоящего волшебства и чуда. У каждого оно свое, но вот чтобы прям в самое сердце был самым классным и непредсказуемым в хорошем смысле. Желаю, чтобы все задуманное обязательно исполнилось. Я хочу пожелать вам настоящего счастья. Оно здесь и сейчас, в каждом из вас, в каждом моменте. Найдите в себе это семечко счастья, который вы можете взрастить как настоящий красивый цветок. И будьте счастливы здесь и сейчас. Конечно же, я вам желаю здоровья, крепкого, настоящего здоровья. Здоровья в первую очередь вам. Здоровья вашим детям. Здоровья вашим вторым половинкам, вашим родителям, вашим близким людям. Заботьтесь о себе, о своем теле, как о самом настоящем храме, в котором
живет ваша душа. От всей души я желаю вам благополучия, чтобы все ваше задуманное, все ваши цели, все ваши мечты, все это обязательно исполнилось в 2022 году. С наступающим Новым годом, друзья! Я хочу поблагодарить вас за то, что вы были рядом со мной, когда я делала шаг в неизвестность, за то, что вы поддерживали меня. Я искренне испытываю чувство благодарности за это. Спасибо вам огромное за вашу поддержку, за ваши добрые слова. Я очень хочу, чтобы ваши добрые слова, ваши добрые мысли вернулись к вам в двойном размере. Нет, не в двойном, в тройном, в четверном, в десятикратном размере, но чтобы они обязательно вернулись к вам, потому что вы этого достойны, как никто другой. Я вам очень благодарна и поздравляю вас с новым 2022 годом. С Новым годом, друзья, с новым счастьем. Я хочу пожелать вам от всей души в 2022 году направить свои мысли, свои действия на то, что вам действительно хочется, на что-то светлое, на что-то самое сокровенное. Я желаю вам в 2022 году впустить в свою жизнь перемены для тех, кто действительно к этому готов и кто их ждет и желает, чтобы эти перемены сделали вас по-настоящему счастливыми, чтобы вы улыбнулись, чтобы вы могли поделиться своим счастьем с другими людьми. Я хочу пожелать вам, чтобы в 2022 году вы приблизились еще больше к себе, чтобы вы еще лучше стали понимать себя, то, что действительно вы хотите, свои мысли, свои чувства, свои желания, и чтобы вы приблизились к той гармонии, к которой стремится ваше сердце, к которой стремится ваша душа, и чтобы вам стало еще теплее на душе, еще светлее и еще лучше. Ну и последнее, заключительное, что я хотела бы сказать. Еще раз поздравить вас и сказать одну такую вещь. Будьте добры к себе, будьте своим адвокатом, а не судьей. И самое главное, будьте счастливы в Новом году. Обняла и поцеловала каждого. Будьте счастливы в Новом году. И пусть все ваши самые сокровенные желания и мечты исполнятся. Пусть в вашей душе будет хорошо. С Новым годом, с новым счастьем!